Строитель по образованию Антон Иоганн всегда мечтал о живописи. Его безусловным кумиром был и остается великий русский живописец, импрессионист Константин Коровин. Всплеск эмоций в красках, свобода письма – вот к чему постоянно стремится Антон. Сегодняшняя выставка скорее классическая живопись. По словам художника, к чистому импрессионизму идут годами. Те работы, которые я делаю не для себя, а для людей. И пускай люди немножко видят, что есть пласт культуры в нашем городе, в рабоче-крестьянском городе есть пласт культуры, что люди работают, есть и поэты, и писатели, и художники, и спортсмены, и музыканты, и в нашем городе все есть, и все работают на благо города. На выставке представлена работа, посвященная детству, где каждый найдет что-то свое, личное. Большой пласт путевых заметок, городские пейзажи – отдельная тема для художника. Есть и самые новые работы, посвященные духовному поиску живописца. В выставочном зале сегодня можно было увидеть самую разную публику. Мэр Юрий Кузин и председатель законодательного собрания области Георгий Шевцов пришли еще до официального открытия. Особо интересовались городскими пейзажами Череповца и Петербурга студенты-художники. Но если сравнивать с творчеством многих череповецких художников в общем, то можно отметить, что Антон Иоганн имеет свою манеру определенную, и его лирический пейзаж, он всегда своеобразен. В Череповце выставка продлится всего 3 недели, потом полотна художника вернутся в частные коллекции и галереи Москвы, Санкт-Петербурга. Хочешь, я